Игорь Удэня вручил аварийно-спасательной службе Тверской области новую технику и передал подарок для кинологов. События посвятили 25-летию создания аварийно-спасательной службы в Тверской области. Глава региона поздравил сотрудников аварийно-спасательной службы с юбилеем и вручил нужные в работе подарки. Ключи от пожарной автоцистерны, переданные 36-й пожарной части по охране города Кувшиново и Кувшиновского района. От аварийно-спасательного автомобиля для поисково-спасательной группы. Отряду поисково-спасательных работ на водах вручена моторная лодка для проведения водолазных спусков, а также выполнения задач в составе маневренной патрульной группы на водных объектах. Отряду специальных взрывных работ передано оборудование для проведения оперативной работы, в том числе металлоискатель и GPS-навигатор. Вся техника приобретена за счет областного бюджета. Обращаясь к личному составу, Игорь Удэня отметил важность и значимость работы каждого сотрудника. Опыт работы спасательной службы Тверской области насчитывает большое количество командировок, большое количество очень значимых и важных мероприятий, которые вы реализовывали. Это в том числе и участие в ликвидации последствий теракта «Невский экспресс». Это работа на территории Российской Федерации. Наши представители работали в том числе и на Дальнем Востоке, и по многим регионам Российской Федерации. Сегодня служба с достоинством решает поставленные перед ней задачи. Кроме техники, еще один специальный подарок глава региона вручил кинологам от заводчиков из Ржева. В большую семью спасателей принят щенок бельгийской овчарки. В будущем четырехлапый сотрудник будет участвовать в проведении минно-розыскной и поисково-спасательной работы.